Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про вимоги підприємців до діючої влади. З нами приватний підприємець, учасниця акції протесту Наталія Ешенкулова. Вітаю вас. Власне, перше питання. Роль малого бізнесу у вітчизняній економіці, як ви її оцінюєте станом на сьогоднішній день? На самом деле, роль малого бізнесу в будь-якому развитом государстве, она настолько велика, и любое государство держится за тот, знаете, как мы называем это, планктон, люди, которые сами создают себе рабочие места, сами себя обеспечивают работой, а если их бизнес пошел так, как надо, они дают еще работу другим людям. На самом деле, там очень много говорят, что вот у нас просто фиксированный налог идет, достаточно приемлемый в наших реалиях. Но наша деятельность не заканчивается на выплате этого налога. Мы платим аренду, мы выплачиваем зарплаты нашим наемным сотрудникам, мы платим за транспортные расходы, мы оплачиваем очень много таких платежей, которые на самом деле они развивают только экономику. Это развитие экономики. Опять же, так, если мы растамаживаем продукцию, то мы тоже за это платим. И каждый раз вот это по цепочке идет. По большому счету, сами представители малого бизнеса – это непосредственно те люди, которые продают продукцию конечному потребителю. Раньше нас, может быть, и называли там какими-то, знаете, там, спекулянтами, это в советские времена. Там, ну так, все еще про союзы. Да, и, конечно же, очень жаль, что у людей в головах до сих пор сидит это понятие. На самом деле, если бы нас не было и тех людей, которые вот продают эту продукцию или услуги конечному потребителю, все бы пришло к тому, что вы бы бегали буквально каждый из нас. То есть, ладно, я, например, продаю хлеб, да. То есть мне за хлебом и бегать не нужно в этом, я свой хлеб ем. Да, но если бы я захотела колбасу тоже купить или захотела бы те же ботинки купить, для меня бы это была бы уже какая-то проблема, дефицит. Ну и мы все прекрасно понимаем, что само производство сейчас, к сожалению, в нашей стране на таком низком уровне, что для того, чтобы выжить людям, нужно придумывать какие-то альтернативные виды работы, что-то делать нужно. И, конечно же, вот на данный период времени ситуация по малому бизнесу, конечно, таким образом сложилась, что уже люди ставят на чашу весов, с одной стороны, свою предпринимательскую деятельность как таковую и свое желание, или точнее вынужденное желание уехать куда-то зарабатывать. За вашим досвідом, держава Україна на протязі останніх років, можливо, на протязі останніх десятиліть, підтримує малий та середній бізнес? І чи потрібна така підтримка з боку держави? Вы знаете, каждый выбор, вот когда новая власть заходит на следующие свои 5 лет, вот каденция уже у них начинается, всегда начинается с малого бизнеса. То есть это 2010 год, это 2015 год, и вот сейчас 2019 год. Но что самое интересное, что мне даже начали присылать фотографии, в 1996 году такое было. Ну, то есть на самом деле эта борьба постоянно идет, потому что люди хотят каких-то вроде бы перемен позитивных. А потом, когда видят, какие наши руководители высшие придумали какие-то новые там преобразования, то они понимают, не-не, лучше оставьте в таком виде, как оно есть, чем вы придумаете какой-то новый велосипед, а на нем будет невозможно ехать. Поэтому вот мы уже привыкли, наверное, относительно к этим протестам. Мы бы очень хотели как-то усовершенствовать законодательство для малого бизнеса. Яка станом на сьогодні існує система оподаткування малого бізнесу? Это єдиний налог. В чому його, ну, в чому вона, да, заключається? Що на самом деле представитель малого бізнесу, він може бути без профільного образування, без каких-либо навыков, но если у него получается его деятельность, купи-продай, то или там какую-то услугу производить, сам производит, те же парикмахеры, там, таксисты, там, кто угодно, перевозчики, то если у него это получается, пожалуйста, у тебя нет специального образования, пожалуйста, занимайся этим. Поэтому вот тот момент, когда я забыла вопрос, о чем я говорила. Да, ну яка система оподаткування? Да. Чи взагалі, наскільки складно вести бізнес? От як ви починали бізнес в сучасній Україні?
Я начинала в 2009 году, и наш бизнес как начинался? Я закончила юридический факультет Горной академии, и мне как-то вот, мне хотелось все и сразу. И мне так хотелось как-то сразу заработать какие-то деньги, поэтому я с женщинами, а средний возраст, кстати, малого предпринимателя где-то 45-65 лет на самом деле. Тут... Тобто це не молоді люди, скажімо так? Вообще нет. То есть вот такие вот молодые, как я там, начинали когда этим заниматься, то есть они вынуждены были аренду платить и сразу, сразу большие какие-то отчисления, и там не было возможности как-то поэкспериментировать и что-то, знаете, как это дорого экспериментировать сейчас в такое время. Поэтому они уже просто этим не, ну, как бы много, очень много моих ровесников и людей, которые помоложе, они, заходя в эту сферу, нишу, они сразу проигрывали, сразу были в каких-то долгах, особенно если это были кредитные деньги. В общем, я вот эта с тачкой на 7-й километр. Одесса. Одесса, да. И мне тогда, сколько было, 24 года, 23 года. И, конечно же, ну, вы понимаете, что в голове у девушки в таком возрасте. Мне хотелось гулять, отдыхать, мне не хотелось этим заниматься. Но потом я уже как-то втянулась, потому что мне хотелось действительно иметь уже свой кусок хлеба какой-то. И буквально через год мы уже... были на таком уровне, и мы, кстати, развивались очень достаточно хорошо. Поэтому, ну вот, что касается именно единого налога, это очень для нас просто, и вот этот именно единый налог, который мы оплачиваем, он идет именно в местные бюджеты. Ну, мы потом к этому вернемся, но почему именно наше обращение о том, чтобы вот эти законы, которые истребляют, по сути, упрощенную систему налогообложения, чтобы они все-таки были инициированы, какие-то обращения нас, наших вот местных советов, потому что именно наш единый налог оседает в местном бюджете. Ну от, власне, до цього давайте перейдемо. Да. Вже декілька місяців в Україні проходять масові акції протесту підприємців. У чому основні вимоги? Чи одна основна вимога – це збереження єдиного налогу, так званого, єдиного податку? У нас йде... Мы понимаем, там спектр проблем в этих законах заложены уже. Они просто настолько... Давайте больше докладно, что за законы? Законы 128, 129. 128 – это повальная фискализация, кроме первой группы. Первая группа – это у нас бытовые какие-то услуги. Это, там, например, там, сантехник, который сам на себя работает, например. И, либо это может быть маникюр, педикюр, там, парикмахер и люди, которые работают на рынках. Ну, там, как бы, понятно, их, честно, их и трогать нельзя. А вот для всех остальных повальная фискализация, там выходит тоже в таких, это 128 закон, а 129 это кэшбэк, это когда... Если, давайте я с первого тогда закона, наверное, начну. Угу. Первый закон, он не просто фискализирует. Многие вот люди, обыватели, они говорят, да ну что вы, мы должны как в Европе там, чеки выдавать, чеканить эти чеки, там, чтобы все было законно, чтобы все было нормально. Они просто не знают своих прав. На самом деле ФОП, даже если у него нет кассового аппарата, он по требованию обязан выдавать чек. И если он этого не сделал, упаси бог, то покупатель имеет право вызвать полицию. Да, и восстановить себя в правах. Потому что, ну как так, по требованию все выдают. А потом, если вот говорят, там, вы должны наконец-то вот быть, вы там за лимиты там, вы не вкладываетесь в лимиты, вы не платите налоги и все остальное. Это тоже, извините, от нашей низкой культуры понимания этого всего процесса. Независимо, там нам обороты сейчас в любом случае Верховная Рада этими законами поднимает. Тут вопрос не в оборотах, мы в них и так помещаемся. Тут вопрос в том, что это сложное администрирование наложит дополнительные расходы для самого предпринимателя и впоследствии для покупателя. То есть вы представляете, я объясняю, что мы должны будем закупать товар, нанимать бухгалтера, мы должны будем, оплачивая, то есть вы понимаете, малый бизнес на самом деле, он настолько маленький, что там иногда может быть даже вообще не быть наемных людей, а тут уже должен нанять целого бухгалтера и платить ему зарплату. А вот эта вот прибыль этого малого бизнеса, она как раз приравнивается к этой зарплате этого бухгалтера, понимаете, смысл тогда вести всю эту деятельность. Вот, плюс секировка, плюс кодировка. И вот, и мы пришли к тому, что у нас нереформированная таможня. То есть, с нереформированной таможни у нас получается следующая ситуация, когда товар приходит на территорию Украины,
с контрабандой не хотят бороться на таможне, с контрабандой не хотят бороться у первых покупателей, с контрабандой хотят бороться у вторых покупателей этого товара, с контрабандой решили бороться у конечного покупателя этого товара, который уже будет его продавать непосредственно покупателю, потребителю. Ну, так тоже не делается. Поэтому мы говорим, мы сами в основном не завозим товар на территорию Украины, но мы просим, чтобы, если и делались какие-то попытки нас фискализировать, то в любом случае это без реформированной таможни просто нереально. Ну и закон о кэшбэке, это, как говорит организатор акции по Днепру, Боровинский Виктор Владимирович, организация «Самозахист предприемцев». Он говорит, что у меня такое-то вообще напоминает вот эти вот годы, а он такой человек уже взрослый, да, много повидал. Говорит, эти годы, когда за стукачество. Это какое-то стукачество, и мне вообще вот Павлик Морозов и все. Потому что, говорит Наташа, я говорю, а что плохо? Ну, я просто на это не попадала. Я говорю, а в чем плохо? Для людей это хорошо, и это как-то может и людей, и самого предпринимателя каким-то образом дисциплинировать, наконец. Он говорит, Наташа, вот смотри, твой конкурент, например, хорошо работает. А ты сидишь, и тебе так плохо из-за этого всего. Ты хочешь, чтобы этот конкурент загнулся и куда-то ушел. Ты берешь, пишешь заявление на него, что вот он кому-то там чек не выдал или еще что-то. У него, независимо от того, он делал это или не делал, у него будет налоговая проверка. И так можно делать на протяжении месяца, пока человек не закроется. Ну от стосовно касових апаратів, в уряді говорять, що це певною мірою допоможе наповнити бюджет. Чи згодні ви з цим? І або з іншого боку, якщо ввести тотально касові апарати, чи буде закриватись малий бізнес? Это неверно, как он будет наполняться. Мы местные бюджеты наполняем, у нас фиксированный налог. Тобто, який йде до місцевих бюджетів, да, так? Да, мы не оплачиваем пенсии. Мы оплачиваем что-то в пенсионный фонд, если у нас есть наемные сотрудники. Ну, а так это заблуждение. То есть, ну, не бывает такого. У нас фиксированный налог, все. То есть, вот эта фискализация, она никому ничего не дает. Более того, я вам скажу, в прошлом году закрылось 176 тысяч предпринимателей. Это по Украине? Это по Украине. А нас всего там, если не ошибаюсь, где-то 1 300 000. И у нас тенденция уже не очень, да? Это больше 10% выходит. Да, получается больше. То есть у нас тенденция не очень, и мы должны как-то сделать. Они, ну, у меня даже мои друзья, там, знакомые, они просто уехали. Вот эта вот прибыльность малого бизнеса, она настолько мала, что она, в принципе, может приравниваться к тому заработку обычного чернорабочего, который батрачит в Польше, либо в Италии. То есть это серьезно, это реально. Но а насколько взагалі у підприємців таке чемоданное настроение, как кажуть, сильное? Чи є такі настрої, щоб поїхати з країни? Да, очень много. И они, причем, это говорят женщины, которым лет 55-60. А я, например, я понимаю, что, ну, как-то, ну, для меня это непонятно, как женщина, да, в таком возрасте, она должна уже, ну, как минимум, почивать на лаврах. Ну, я, ну, правда, там уже и болезни всякие, и все остальное. То есть человек уже что-то делал в своей жизни, он уже просто должен, может быть, меньше работать там, да, может быть, сократить даже свой бизнес. Но он должен уже иметь какой-то доход, который не будет его заставлять в таком возрасте ехать и мыть более старых женщин, например, там, или выполнять, или курить их, щипать, или там еще что-то. На самом деле это очень тяжелая работа. На легкую работу там есть местные жители. Давайте прямо говорить, ну, не бывает... Ну, відповідно, з Польщі йдуть до Британії, там, де вищі заробітки на таку ж роботу. Давайте повернемось до акції протесту. Хто до них долучається? Це окремі підприємці, це громадські організації, це, можливо, політичні партії. Що це за спектр людей та сил? К нам есть организация в Днепре «Самозахист предприемцев». Они являются непосредственно теми людьми, которые, ну, вот здесь координируют, там, собирают людей и все остальное. Я координатор по этим акциям протеста. И по акции протеста, которые, да, тут есть костяк, который «Самозахист предприемцев», но есть люди, которые набирают. Мы очень много агитационных материалов раздавали. И причем эти агитационные материалы делали же сами же люди.
Вот, например, у нас девушка Оксана, там еще там одна девушка, они сами за свой счет сделали, принесли и сказали, отдайте тем предпринимателям, которые будут это раздавать. Mm-hmm. То есть вот они за свой счет. Вот такая вот у них инициатива. Мы раздаем все эти рекламные материалы, которые там агитируют на поездку, для того, чтобы как-то свою позицию все-таки обозначить. І... А, до речі, була цікава така історія в Фейсбуці, я читав у вас, щодо того, що до вас звертались люди, скільки ви за це платите. Розкажіть, як це було, що це? Ну, це для мене взагалі щось нове, звісно. І говорить, мабуть, більше о тому, що народ у нас нищий. И продается действительно за гречку. У меня даже не было такого желания там, кого-то покупать, именно покупать. Почему мы покупаем волеизъявление людей? Я так не хочу. И для меня это был шок. Они хотели, они позвонила женщина, и, во-первых, она действительно возрастная женщина уже. Ну, понятно, что ей ехать до Киева, это сложно уже в таком возрасте. Но она готова поехать, если ей заплатят. Причому не важливо за білих чи за червоних, да? Ні, вона сказала, що вона вміє кричати. Да. Ну, не важливо за кого я маю на увазі, да? То, значить, це в її просто... житті вже було, розумієте? Угу. Значить, це в житті в неї вже було. Ну, якоюсь мірою теж підприємець виходить. Ну, такий. Давайте поговоримо про акції, які проходять в Дніпрі. Як вони проходили, скільки людей збиралось, хто підтримував? У нас в Дніпрі... Проходила одна региональная акция, когда мы просили нас поддержать, мы просили поддержать губернатора, но там, кстати, реакции пока, к сожалению, не было. И у нас был автопробег. Вот автопробег было очень интересно. Мы на машинах, кстати, много было Евробля, знаете, такие предприниматели. И вот мы поехали по центральным улицам. Остановились возле городского совета, посигналили так долго, добряче так, и уже потом уехали. Ну, то есть, но мы, кстати, хотим поблагодарить наш городской совет, наших депутатов и ну, Бориса, мы поговорим еще про это. То есть всех, потому что все-таки они вникли в наш вопрос. Да. Так, власне, наскільки я пам'ятаю, ви останні сесії були присутні, навіть на передостанній сесії виступали з трибуни. З чим ви йшли до депутатів і чи почули вас депутати? На самом деле, многие из этих депутатов, они либо являются сами предпринимателями, представителями малого бизнеса, либо каким-то образом с ними, так как в основном, ну давайте прямо говорить, в депутаты идут представители бизнеса. Либо каких-то вот таких вот ответвлений. То есть люди, которые сами себе зарабатывают, потому что они, как депутаты местного совета, не зарабатывают зарплату. Ну так, это неоплатная деятельность. Да. Поэтому это люди, которые имеют возможность себе такую позволить роскошь, как представлять интересы людей. Так вот, мы им, они либо арендодатели, либо сами предприниматели. Вот так получилось. Они все откликнулись, они... Единственное, что у нас на каком-то уровне просто немножко не... мы потеряли взаимопонимание, потому что, ну, знаете, как у каждого там свои движения, там, у каждого своя занятость, поэтому в какой-то момент этот вопрос был, ну, скажем так, на тормозах, поэтому пришлось обратиться, как бы подстраховаться. То есть первое, это мы предприниматели направили... Вот эти вот подписи, тут их более 2000, мы их направили на имя Филатова с просьбой поддержать нас. И попросили еще разработать законопроект от громадской силы, лично попросили Екатерину Збарскую. И то есть вот мы со всех сторон как-то подстраховались, я не знаю, правда, может быть это не совсем корректно так было, да? Там. Да, ну до речи, там виникла дискуссия, еще в принципе звернення розроблювали и в комиссии, и від громадської сили. Який результат був цього? Результат, что, конечно же, все депутаты нас поддержали, практически все депутаты нас поддержали, а мы зная то, что у Филатова, у Бориса Альбертовича, у него принципиальная позиция не вмешиваться в дела центральной власти, как, ну это дословно, да, центральной власти, то сейчас он говорит, я по-прежнему остаюсь на своей позиции, но
Вітірувати я це не буду. Ну, до речі, розкажіть більш докладно, щоб наші глядачі розуміли, про що йдеться. У нас для того, щоб, так як цей налог, він все-таки осідає в місцевих бюджетах, ми направили, вірніше, не ми, а громадська сила, вони от розробили таке обращення, яке буде направлено вже к органам центральної влади. Я так розумію, до президента Зеленського. Президенту, Кабінету міністрів і Верховної Ради. И они попросят, чтобы все-таки нас каким-то образом поддержали, так как эти, ну, скажем так, эти налоги, они оседают именно в местном бюджете. Угу. Вот ну, більш докладно про це звернення. Про що там йдеться? Звернення підтримати малий бізнес, все-таки как-то с ними проконсультироваться, с представителями малого бізнесу и каким-то образом доступным и законным отменить те законы, которые они приняли. Але так розумію, що коли голосували за звернення, особливо було наголошено на тому, щоб воно було не від громадської сили, а від міської ради загалом. А знаєте, чому так? Тому що вони всі розуміють важливість цього. Ну, так як я пішла путем, мабуть, не зовсім коректним, да, що кого-то мінувало, з ким-то не зовсім правильно. Я просто не понимаю, знаете, структуры там до конца. Я обычный житель, поэтому, возможно, как-то некорректно поступила. Поэтому действительно Катя сказала правильно, и что... Катерина Збарська. Збарська, да, она правильно сказала. Это подавайте вот от всех, давайте подавать, или от, непосредственно от комиссии по предпринимательству, потому что на самом деле все там были задействованы, но получилось вот так. Как бы, ну, они поступили, я считаю... Це широкий жест. Ну, вже пройшло декілька днів. Чи є у вас інформація, підписав міський голова чи не підписав? Поки ні інформації. Поки що немає інформації. І на сайті нема. Тобто документи вже опубліковано, ви не дивились. Ви знаєте, я, мабуть, так, я, опять же, таки не знала цієї процедури. Мені просто потрібно зайти. Хорошо, що ви, кстати, підсказали. Ні, там є такий спеціальний розділ, я вам навіть покажу після ефіру. Наскільки я знаю, ви найближчим часом збираєтесь, не знаю, чи ви особисто, чи підприємці до Києва на акції протесту. Що це буде, коли це буде, як це буде? Це буде сьогодні. Ми сьогодні вночі виїжджаємо, 23 часа. Ми будемо їхати. Підприємці, вот так, ті, які по об'явленням там як-то відзванювалися і все. Я на самом деле сначала так переживала, знаете, что у нас элементарно с нашей активностью, у нас какие-то пассивные очень предприниматели оказались. Они говорят, гей-гей, мы там за вас, мы там вот вас поддерживаем, мы вам там хотите, вот что вы хотите, мы вам все там. Но мы сами там, ну, каждого свои причины находятся, каждый там, у кого маленький там внук, там, например, у кого там операция, у кого-то там еще что-то. Но опять же таки, вы знаете, у нас среднему предпринимателю 45-65 лет. Понятно, что там уже куча болячек, ну, и там каких-то семейных нюансов. Ну, ты про что говорила? Да, поэтому мы, конечно, так вот, мы выезжаем сегодня, и сегодня, в принципе, тот приятный для меня момент наступил, когда в автобусе уже мест не хватало, поэтому я отказала в этой поездке своей маме. Мама очень хотела поехать, у нее активная, ей 70 лет, вот у нее очень активная позиция, она говорит... Ти знаєш, доця, ну от треба підтримувати цей рух, тому що, ну от, а хто крім вас? От ніхто такого не зробить. От так от. Ну, сама вона не є підприємцем, просто підтримує, да? Ви знаєте, вона предприниматель. А. Да. Ну, вона предприниматель уже, ну, я скажу прямо, уже давно как бы отошла от этого, и ей сложно. Ну, вона так поверхностно уже. Да, і більш докладно, все-таки, з чим ви їдете, може, когось з можновладців хочете зустріти, можливо, президента? Ми будемо подавати свій законопроект. Вернее, как свой. Его будет подавать Поляков. Кстати, это человек, который непосредственно был во фракции Зе-команды, «Слуга народа». Так, был выключен, сдается. Его, вот, кстати, благодаря этому в том числе, потому что он заявил свою позицию, что он вот хочет поддержать предпринимателей, все. За это как бы, ну, говорят так, по крайней мере, так говорят, что его в том числе исключили из фракции. Так вот, он выносит законопроект, который, по сути, отменяет те законы, которые уже они приняли. Ну и плюс у нас еще будет меморандум. Мы уже этот меморандум, сегодня, кстати, у ребят, у киевских, и те, которые имели возможность приехать и поддержать киевских ребят, у них сегодня пресс-конференция, там, кстати, будет наш представитель из Днепра.
пресс-конференция, там, где будут выносить этот законопроект, и отдельно будут меморандум озвучивать, требования меморандума, под которым мы, ну там обтекаем очень требования, но мы просто будем искать своих соратников среди депутатов, чтобы все, кто подписался, чтобы они такие были потом с нами, чтобы мы имели возможность с ними потом общаться. Ну и я вам еще скажу, что все-таки есть какие-то сподвижки. Вот тот же министр Милованов, он уже на своей страничке в Фейсбуке опубликовал, что делать с ФОПами. Сразу начались перепосты от предпринимателей, что делать с Миловановым. А потом у нас начались... Взаимная любовь такая. Да, ну и, конечно же, я прочитала, что на закрытом заседании этот министр умудрился предпринимателям показать дулю. В общем, это было несколько... Мы с конкретным все и так взагалі? Ну, даже если это взагалі, я считаю, человек, который является представителем власти, он, в принципе, такого уровня человек, не имеет права себе такое позволять. Но то, что он уже пытается выйти на какой-то конструктивный диалог, это для нас уже сподвижки. Единственное, что я для всех предпринимателей говорю, если бы вы были активнее и вы куда-то выезжали на вот такие акции протеста, то мы бы этот вопрос решили раньше. А так как все подключаются и все так через пень-колоду собираются, так всем никому не хочется, то постоянно у нас вот эти вот акции, они растягиваются на какие-то там неимоверные сроки. А так бы вот мы вышли, нас с вами там 1,2 миллиона, да? То есть вышло бы у нас хотя бы 500 тысяч. Ну, так вопрос бы сразу был решен. Чого ви будете добиватись в Києві? Тобто кінцева мета – це відміна цих законів? Чи все-таки відміна? Тобто якихось альтернативних законів не треба? Просто відмінити те, що прийняли? Відмінити. Одновременно ми будемо підтримувати нашу переговорну групу, которая будет все-таки выносить от нас определенные дополнения, потому что реформы тут должны быть. Мы понимаем прекрасно, что говорить, что фискализировать всех, да, кого-то нужно фискализировать, ну да, например. Ну а кто-то вообще, он просто это не сможет выдержать. Ну вот, например, у нас один из пунктов этого 128-го закона. То есть мы понимаем, что фискализировать нужно будет даже тех людей, которые там в глухих деревнях, которые там, ну магазинчик, например, какой-то, овощной там или еще какой-то. Так вот, у них там через день выключают электричество. Мы говорим о том, что она будет с гаджетом и что-то там еще. Я была в этих сельских магазинах, у них даже гаджета нет. У них кнопочные телефоны в таком, знаете, с чехле вот таком вот, который раскладывается. Бабушкафон, как их называют еще. Бабушкафон, да. Таке питання, одне з фінальних. Чи долучаються до вас якісь політичні сили і чи має політичне забарвлення те, чим ви займаєтесь, акції протесту? Мы договариваемся со всеми. Мы всячески пытались вот это политическое какое-то окрас убрать, поэтому мы договариваемся со всеми. Все, кто подпишет меморандум, все наши люди, мы их любим. И действительно, если они на этом, пусть они даже на этом будут пиариться.